Альберна, Героев труда, наконец добрался до самого Болливуда. Сегодня вечеринка в стиле Болливуд. Съемки, огромное количество массовки, умопомрачительные актрисы с внушительным размером груди и, конечно, мужественные, самоотверженные актеры, которые могут драться ногами, руками, глазами и посылать из ладони молнию. Ты в нашем городе лучшая исполнительница индийских танцев. Спасибо, приятно, почетно. Расскажи о индийских танцах. Есть народные индийские танцы, есть классические танцы храмовые. И сейчас самые популярные – это Болливуд-танцы. Это танцы с кинофильмов. Я очень люблю стиль Болливуд, он более такой интересный, как бы там и более женственные такие есть танцы, поэтому это мне близко. Вся наша программа «Коза» поздравляет тебя с таким повышением, с назначением. Теперь ты штатный арт-директор. Что собираешься готовить для Альбира в виде вечеринок? У нас скоро же будет вечеринка месяца. 30 числа у нас вечеринка будет от заката до рассвета по фильму. Очень-очень интересно. Я лично вчера смотрел фильм, мне понравилось. Я уверен, что это будет классно. Ты сама была в Индии? Нет, не была. Очень хочу. У меня есть заветная мечта взять своего хореографа и полететь вместе с ней. Если бы тебе предложили контракт в Индию лет на 5, смогла бы вот бросить здесь все и уехать в Дели? На данный момент, если честно, нет. Я учусь в медицинском университете, поэтому у меня очень серьезная профессия. Я собираюсь связать свою жизнь с стоматологией. Я думаю, хочу успеть везде. По моим подсчетам, сегодня 5-й день Октоберфест. И вот посмотрите, ровно через 5 дней, в кого превращаются артисты театра Альберна, Героев труда. Это какой-то, извините за выражение, Болливуд. Мальчики. Салон! Джимми, Джимми! Ача, Ача! Джимми, Джимми, Ача, Ача, Ача! Антош, я поздравляю тебя с тем, что ты великолепно отдохнул. Это видно по твоему загару. Антоша был у нас на земле обетованной. Как там наши? Да все хорошо. Привет передавали. Кстати, жили в городе Петах-Тиква, а ездили в Тель-Авив купаться. Слушай, весь город только говорит о том, что завтра у вас вечеринка «Аншлаг-аншлаг». «Аншлаг-аншлаг», но где же ты? Мы продолжаем тематику 90-х в стиле какой-нибудь передачи, фильма. В этот раз решили сделать «Аншлаг-аншлаг», и мне придется завтра побрить бороду полностью, потому что... Добрый вечер, мои любимые. Я Регина Дубовицкая. Сегодня вечеринка, Болливуд, индийские фильмы. Вот скажите мне, пожалуйста, ведь индийские фильмы, они проходят практически по тому сценарию. Сначала все хорошо, потом все плохо, и в конце обязательно добро побеждает зло. Вроде все примитивно, но все смотрят. В чем секрет? Потому что в конце обязательно любовь. Родина, ходи, 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 ходи. Если открыть Бирстор в Израиле, успех или провал? Я думаю, успех, потому что туда приезжает очень много туристов, которые хотят и любят правильное, хорошее, качественное пиво. Но, понимаешь, если открывать Бирстор там, то нужно открывать все-таки и пивоварню там. Это в любом случае. Сергей Васильевич, Васильевич, вы меня услышали, да? Вы его услышали, а я в доле. Мастер Мед Гайджа,
зу 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 зу